Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами новым проектом. Называется ClickScale или ClickScale. Этот проект из серии Баппоинтов. Я люблю такие проекты. Вот. И стартовал он 30 марта. Если мы нажмем на новости. И вот 30 марта переведем на русский. Это платформа, которая дает вам стабильный и долгосрочный доход в размере 150% и реферальную комиссию в размере 10%. Мгновенный вывод также доступен при минимальном балансе на счете от 10 центов. Минимальный. И АД-пакет здесь стоит 25 центов. Вот. Ну, буквально пару дней тут работает. Регистрация здесь наипростейшая. Логин, имейл, пароль. Вход по логину и паролю. Я зарегистрировалась некорректно. Вместо логина прописала имя и фамилию. Вот, все, бегом-бегом. Давайте зайдем в аккаунт и посмотрим. Значит, нам дают баппоинты. И мы просматриваем здесь баппоинты. Здесь у нас будут денежная реклама. Когда у нас будет достаточно баппоинтов. Давайте посмотрим группы. Вот здесь на розовую, если мы нажмем. Значит, первая группа 550 баб монет. Это 2500, 2500 баппоинтов. Старт. От. Подождите, запуталась. От 550 до 500. Как бы идет первая группа. Вторая группа от 2500 до 5000. И здесь сколько нам будет начисляться. В первой группе по 5 центов. Вторая группа 10 центов. Ну и так по нарастающей. Вот. Далее это домашняя страничка. Вкладочка «Вывод». Здесь что у нас? Просят прописать платежные реквизиты. Значит, биткоин. Далее «Перфект». «Пайер». Сохраняем. Я сохранила сразу свой «Пайер» кошелек. Ну и так далее. Здесь «Биткоин кэш». Это все. То, что хочет. Депозит. Значит, биткоин, перфект, пайер, интериум и биткоин кэш. Минимальный депозит 25 центов. Я никого не призываю вкладывать. Я просто делюсь информацией, где я пытаюсь зарабатывать. Ну, или где я зарабатываю. Я рискну своими деньгами. Я пополнюсь на $1.5. Вот. Депозит. Любые инвестиции в интернет – это риск. Имейте это в виду. Каждый думает сам, подходит ему тот или иной проект или нет. Подтверждаю. Поставлю пока на паузу. После продолжу. И я пополнилась, и мне написали здесь, что... Ваш заказ успешно обработан. Ставлю на оригинал. Возвращаюсь. И что? На балансе покупок у меня $1.5. А денежные кошельки появятся, значит, вечером. Значит, здесь бонусные депоинты нам дают 10 вот этих рекламок. И мы их просматриваем. Я просмотрела, уже оставила две, чтобы вам показать. Кликаем. И здесь вот даже показано, кто сколько выводит на Pair. 1 апреля. Все, зачет. Следующую кликаем. И также таким же образом я буду просматривать денежную рекламку.
Вот у меня есть вот этот проект, я на нем успешно зарабатываю. Кто-то рекламит. Ну все, мне зачет. Возвращаюсь на домашнюю страничку. И у меня стало 20 баппоинтов. Значит, также есть здесь дают такую вот рекламку. Я одну просмотрела. Здесь 0.201. Это уже по желанию. Если хотите просматривать, просматривайте. Вот, также загружается шкала. Все, зачет. Далее возвращаю на домашнюю страничку. Ну, а эти у меня будут вечером. Так, далее. Депозит я вам показала, вывод показала. Здесь теперь нужно купить АД-пак, чтобы... Значит, у меня появилась группа. Значит, что они пишут? За 25 центов нам дают 750 вот этих баппоинтов. И будет рекламка 25 секунд. Здесь количество, значит, что? Восемь, да? У меня. Так, что это здесь сейчас переведу? Название. Количество. Угу. Ну, давайте я это прорекламлю. Прорекламлю. Здесь название надо скопировать. Так, возвращаюсь я сюда. Сюда вставляю название. Далее реферальная ссылочка. Здесь... И полтора. Так, сори, что-то и не того. Подождите. Сейчас разберусь. Что-то я загнула 8 пакетов. Ну, ёлы-палы, по новой вставлять. Ладно, сейчас скопирую название. Вставляю сюда название. Обрабатывается мой запрос. И все. Давайте обновим страничку. Так, надо по новой идти. И вот у меня моя рекламка встала. 4500 баппоинтов у меня. И у меня вторая группа встала. Как я сказала, рекламка будет вечером, скорее всего. Так, далее вкладочка моей рефералы будут отображаться партнеры. Реферал Tools, здесь реферальная ссылочка и баннеры. И в сеттинге только изменить пароль. Далее что, друзья? Можно также рекламить тоже отдельно баннеры. 125 на 125, это к заработку не относится, то, что мы пополняем. Это уже совсем отдельно. Далее, что еще? Форум. Вот что есть. И здесь, смотрите, выплаты. По 9 центов, 57 центов. Значит, тут что? 81 цент. Как бы здесь люди выкладывают свои выводы. Вот. И, значит, проект платит. Как наберу минималку, естественно, я
проверю этот проект на вывод. Вот и получать я буду ежедневно по 10 центов. Сейчас у меня вторая группа. Вот. Так ушки. У меня 4520 монет. Вот такой вот проект. Я никого не призываю вкладывать. Не хотите работать, не работать. Я просто поделилась информацией. Вот. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.